В регионе продолжается обновление систем водоотведения. В этом году работы ведутся сразу на трех объектах. На одном из них, от села Кротовка до улицы Отрадная в Засвияжском районе Ульяновска, прокладывают новый напорный коллектор. Существующие системы водоотведения введены в эксплуатацию в далеком 1977 году и с тех пор не менялись. По результатам оценки, старые трубы полностью изношены. Здесь мы как раз находимся с вами в разгаре производства работ по строительству канализационного коллектора. Значит, общая протяженность 11 километров 800 метров. Как вы видите, это 220-я труба. Их две нитки будут. Этим проектом предусмотрено полностью запитать, по сути, два огромных населенных пункта. Это Боротаевка и Кротовка. Кротовка вообще была без канализации, там выгребные ямы. Ранее село Кротовка не было подключено к центральному водоотведению. Канализационные отходы откачивались из специальных емкостей, затем с помощью цистерн отправлялись в Боротаевскую канализационно-насосную станцию. Работы на объекте ведутся с опережением. В настоящее время проложено около 9 километров новых труб. В настоящий момент мы заканчиваем работу вне города. Уходим с земли уже в город. Это последние участки. Переходы бестраншейным методом заканчиваем. Вот это один из последних тоже за городом, пригороде, так скажем. Вот. Выполнение в процентном выражении около 40-42% за 3 месяца выполнено. Еще полгода на контракт. Работы по плану должны завершиться к декабрю. Всего на данный объект выделено 286 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.